Сегодня мы приготовим пирог из творога с вишней мультиварки Витек ВТ-4217. Нам потребуется для теста сливочное масло 100 грамм, половина стакана сахара, 1,5 стакана муки, щепотка соли, 1/2 чайной ложки разрыхлителя теста. Для начинки нам потребуется 500 грамм творога, 1/2 стакана сахара, 2 столовые ложки муки, 3 яйца, 2 столовые ложки крахмала и 150 грамм замороженной вишни без косточек. Начнем с приготовления теста. В миску поместить порезанное на кусочки сливочное масло, добавить 1/2 стакана сахара, щепотку соли, разрыхлитель теста и 1,5 стакана муки. Размять тесто вилкой. Чашу мультиварки смазать сливочным маслом и выложить крошки теста. Распределить тесто равномерно по дну чаши, формируя бортики высотой 3-4 см. Теперь займемся приготовлением начинки. Белки взбить 1/2 стакана сахара в пену. Затем добавить желтки, 2 столовые ложки крахмала, 2 столовые ложки муки, добавить творог. Перемешать миксером на минимальной скорости 2 минуты. Выложить творожную начинку на тесто. На творог выложить вишни. Установить чашу в мультиварку, включить режим выпечка на 1 час. Когда режим окончится, достать чашу из мультиварки и дать пирогу остыть. Пирог из творога с вишней готов. Приятного аппетита! Витек. Здоровый взгляд на технику.